Немецкие полицейские остановили на автобане в районе города Баркте-Хайде подозрительный минивэн с распахнутой задней дверью. Подозрения оказались не напрасными. Заглянув в салон, инспекторы испытали шок. В автомобиле «Мерседес» они обнаружили машину «Мазда», лежащую на боку и укутанную одеялами. Кроме «Мазды», в минивэне находились двое граждан Казахстана, которые ее туда засунули. После долгого трудного разговора стало понятно, что перевозчики просто хотели доставить «Мазду» домой и сделать это как можно дешевле. Объяснить взволнованным полицейским, как они загрузили машину в салон, перевозчики не смогли. И тогда им выписали штраф за нарушение правил транспортировки.